15 июля 1993 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Солнечногорского района Назят Харисович Садыков. Родился он в 1927 году в Республике Татарстан в семье крестьянина. Великую Отечественную войну застал в возрасте 14 лет, работал в колхозе. В 17 лет был мобилизован на фронт. С октября 44 по май 45 проходил учебу в школе комендоров зенитной артиллерии противовоздушной обороны Черноморского флота. 35 лет прослужил в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. Я помню на всю жизнь и был верен этой военной присяге. И прошел 7-летнюю срочную солдатскую службу и 35 лет служил в вооруженных силах. После завершения службы в армии Назят Харисович работал в учреждениях народного хозяйства, активно участвовал в общественной работе. В течение 30 лет являлся заместителем председателя Совета ветеранов Тимоновского гарнизона. 10 лет был членом президиума Совета Солнечногорской ветеранской организации. Взаимодействовал с Комитетом Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, за веру и верность. Медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне и победу над Германией. Назята Харисовича отличали исключительная порядочность, неиссякаемый оптимизм, активная деятельность на благо родного края. Светлая память о ветеране навсегда останется в сердцах солнечногорцев.